Всем привет! С вами Саша. В эфире рубрика «Время послушать». Сегодня мы будем слушать исключительно барабаны. И на них будет играть самый юный барабанщик Украины. Честно, я Данилу немножко завидую. Вот он точно знает, кем станет, когда вырастет. А я вот сомневаюсь, то ли журналистом, то ли актером. О, так может мне, как и он, играть на барабанах? Сразу звуки возвращаешь на меня. Мелодия. Барабанная. Оказывается, это немного трудно. Лучше подамся журналисты. Как ты понял, что барабаны — это именно твой инструмент? У нас с папой есть общий друг, дядя Коля. Он играет на барабанах. Мне нравилось, как он играет на барабанах. Мне самому захотелось попробовать. Мне понравилось, как я играю на барабанах. Очень понравилось. И я попросил папу поехать в музыкальную школу заниматься на барабанах. Как ты выбираешь композиции, которые ты будешь играть? Репертуар оркестра Little Band, в котором я играю, очень разнообразный и состоит из очень популярных и известных во всем мире групп. Еще у меня есть на Ютубе свой канал, где я играю кавер-версии групп, знаменитых во всем мире групп и исполнителей. Вот взрослые иногда даже боятся вот на сцену выходить и все, а ты покорил несколько телешоу. В чем твой секрет? Просто барабаны – это мой любимый инструмент. Мне нравится на нем играть. Мое первое выступление, когда я вышел на сцену, я боялся сбиться, боялся что-то не то сыграть, волновался. Но когда я сел за барабаны, весь страх ушел. Как реагируют взрослые, когда ты им говоришь, что в будущем все равно останешься барабанщиком? Говорят по-разному. Даже мама в первое время говорила, что ты к этому серьезно относишься и, ну... И говорила, что у вас кроме с папой, кроме барабанов, ничего не интересует. Но когда она увидела меня на выступлениях и увидела, как зрителям это нравится, как я играю, как они хлопали, и после выступления они мне говорили: спасибо за это выступление, очень хорошо сыграл. И потом мама изменила свое мнение и начала во всем меня поддерживать. Данил, вот у тебя много поклонников. Что ты чувствуешь, когда они тебе оказывают много внимания? Я иногда чувствую радость, и бывает, весело мне, бывает, мне еще дарят цветы, бывают подарки. Подумай только, такой юный мальчишка, а оказывается, крутой музыкант. Может быть, он на интервью немножко застеснялся, но когда он выступает, он просто зверь. Время послушать. С вами барабанщики Саша и Данил. Специально для фритайм.